Так, а что там популярно у современной молодежи? Понимаю. Значит, именно к этому пришла игровая индустрия. Итак, у нас есть пушка. Давайте из нее стрелять, как в самых хороших традициях. Ох, ничего себе, как расстреливать долго этих каких-то... Кто это вообще? Зомби-мен? Почему он похож на меня? У меня такое чувство, как будто это армия клонов из Звездных Войн. Ну, могли бы хоть поработать. Какая халтурочка какая-то. Так. Что же, новые противники? Импы? Это как черти. Я только одних импов знаю. Это из Героев Меча и Магии 3. Это явно не те ребята, хотя они тоже плюются огнем. Но от них можно уворачиваться хотя бы. Это уже неплохо. Слушай, а здоровья-то мало. Его не взорвало это. Слушай, а тут это сложно? Да, думаю, на хардкоре это вам не хухры-мухры. Можем хил-скиты брать, которые восстанавливают здоровье. Надо быть аккуратней, конечно же. Ну, нормально вроде. А, там оппонент. Он вроде как где-то там был. А, тут надо уворачиваться, аки черт. Ты где? А! Ты где? Тихо! Стоп! Так. Берсеркерство. Берсеркерство это что? В теории я вообще должен ваншотить с ближней атаки. У меня же пила есть. А! ХП поднял. Вот это вообще просто скилл. Кстати, стоп. Уровни появились в Думе. Вот это я называю новые технологии. Дум стал РПГ. Ну, хотя бы не мой РПГ. Хотя тут трупы везде. Михалыч! Блин, пипец. А я вообще наношу ему урон? Да, наношу. Уворачиваюсь от всего. Боже, какой я жесткий, а. Какой я жесткий. Так, кто у нас? Шоткан! Армаз! Поехали! Халтура какая-то вообще. Даже не поменяли внешний вид оружия. Моделька одинаковая. Как так играть можно? Ну ладно. Геймплей вроде зачетный. 40% снизу сверху противники будут. Ой, как эта игра легко читается, ё-моё! Так, ну тут дробовика надо. Этот парень по мне не стреляет. Ну надо активировать броню. Тот редкий случай, когда она реально тут понадобится. А? Ладно, давайте сначала этого парня убьем. Потому что он не промахивается. От этого хоть уворачиваться можно. Он защищает какой-то рычаг. Его можно использовать. Я знаю, я гениален, спасибо. Найс. Не наступайте на яд и на лаву, иначе вы будете терять здоровье. Спасибо, я бы не догадался бы. Тут надо подбежать как можно быстрее. Это как прям полоса препятствий. Опа, там есть медпакеты. Но медпакеты я люблю. Все любят медпакеты, я думаю. Они сверху по мне стреляют. Нормально, что-то ловушка была все время. Как они осмелились. Так, берем аму. А, кстати, сверху тоже аму, но я пройти мимо не могу, ребят. И там сверху лут, как я пропускаю такое. Боже, старею. 24 года, это приговор, ребята. Мне очень жалко тех ребят, которые в клетке. Они в натуре, как будто, знаете. Они просят меня освободить их. Ну, что-то как-то не получается. Кстати, мы еще одну клетку открыли. Это получается сюда, наверное. Больше некуда. И там ключ какой-то есть. Да, вот они. Ну сюда идите, черти проклятые. Я вас заряжу своим дробовиком любви. Так, и надо уворачиваться. Аки черты. От чертов. Да, это был Бадумс. И сплэшем задевать. О, нормально получается. Вообще нормально получается. Вообще я красавчик. Эффект на добивание. Кстати, возможно, за добитие бензопилой дают ХП. Свежая механика. Тихо. 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 Куда?
Так. Восьмой уровень. Ну, доджим, доджим Акипсихи. По нам урон вроде даже не наносит. Боже, вот это скилл. Прям учитесь, пока жив. Оно, подожди, мне кажется ли оно... Чё? А они сквозь стенку атакуют! Господи! Даже непонятно, это баг или фича. На! Нормас. Чё дальше? Комплит. Nuclear plant. Мы бомбу поставили и дальше телепортировались. Ну, в общем, это, раз мы ждем, давайте тогда анекдот. Попал, значит, Думгай в ад. Через полчаса прибегает черт к Диабу и говорит: попал к нам парень, там всех перебил, а теперь бегает и кричит: где тут у вас второй уровень, черт побери? Вы знаете, я иногда задумываюсь о том, куда ушли анекдоты. И, видимо, все-таки я осознал. Так. О! А! Ладно, может попробовать их тут сюда загнать. Так, иди сюда. По красоте. Я чувствую себя прям, знаете, Space Marine, который убивает хаос Space Marine. Ну, собственно, это за Императора. Сверху можно что-то подобрать. Ничего нельзя подобрать. Опять это обман, чтобы собрать классы. Жизнь одна, сплошное разочарование. О, мы какую-то клетку. А! Так вот она что, Михалыч. Я по нему не попал. Это что это за... Это обыкновенные зомби-мены. Я на секунду подумал, что это какие-то нестандартные челы. О, можно... Бэк-пакет использовать. Следующий уровень. По-моему, это какой-то секретный уровень. Знаете, как в играх бывает, когда сразу графика ухудшается. Да, видимо, это какая-то задумка от разработчиков. Типа, смотрите, бас, пасхалка, давайте. Ах, какая-то одинокая ностальгирующая слеза должна выпасть где-то. Да? Или как? Нет. Понимаю. Doom Infantry. Адская пехота, блин. Это звучит как будто это юнит для этого. Doom Sec. Опа, а как открыть? Такое ощущение, герой абсолютно здоров. А как пройти? Это же секретный проход, я знаю, что он тут. Рокет лаунчер, да в смысле? Да что за... А как пройти? А как? Игра троллит меня, разработчики. Вы ходите по охренительно тонкому льду. Ну ладно. Вы чувствуете адреналин? Я чувствую. А вы что, нет? Переключатель! Найс! Green Armor. Чейнсо. Звучит авторитетно. Ну давайте попилим кого-то бензопилой. О да, вот эта графика. Сразу видно Next Gen. Руби его! Ваншот! Так, ты кто? А! Так. У меня такое чувство, что мы с этим боссом будем очень долго справляться. Надеюсь, с него хотя бы что-то получим. Найс. Мы ничего не получили. Так как пройти к тебе? Я хочу эту ракетницу. Я ее вижу. Я ее вижу. Найс. Шотган. О, какая картинка. Какая красота, а? Так, взрывную бочку просто так взрывать не надо. Так, еще фэншуй говорю. Найс. Найс! Слушай, все ваншоты. Так, ладно. Да куда мы все время прыгаем? Кошмар просто. Что это? Сродски, тактика, ультимейт тренинг. А? Ладно, окей, давайте что-то это возьмем. Какой-то яд или что-то в таком духе. Поехали, Лени Балинт. Это мы. Нужно выживать... Так долго, как только сможем. Тут везде трупы, просто жуть какая-то. Еще мы какие-то такие, видимо, олдскульная моделька. Да. А вот и противники. Убить.
Еле-еле. А, у нас надо хит and ранить, у нас здоровье восстанавливается. Вот это технологии, кстати. Ну, это явно какое-то потакание современной молодежи. Или что-то в таком духе. Где наш хардкор? Где вообще противники?